В живописной деревне Соломедино Алферовского сельского поселения прошел праздник. Посвящен он был хорошему поводу – открытию после ремонта дороги, который стал возможен благодаря участию сельского поселения в программе поддержки местных инициатив Тверской области. Весной в начале деревни, где скотный двор стоит, там проехать было невозможно, и машины оставляли там и шли пешком, потому что там развозило так, что даже грузовики не могли проехать. В конце прошлого года на общем собрании жители деревни Соломедино приняли решение участвовать в программе с проектом ремонта грунтовой дороги. Их поддержала в этом администрация сельского поселения. Всего за последние 5 лет в Алферовском поселении по программе ППМИ реализовано уже 5 проектов. Дорогу, которую мы сегодня открываем, ремонт дороги, это по программе поддержки местных инициатив. В этой программе наше поселение участвует уже 5-й раз. Результат был достигнут. Проект прошел конкурсный отбор. Затем в результате торгов был определен подрядчиком. Стало ООО «Угличская карьера управления». Большую работу по сбору средств жители провели члены инициативной группы. На празднике в честь открытия дороги им были вручены благодарственные письма от администрации поселения. Жителей деревни было собрано более 200 тысяч рублей. Около 90 тысяч было получено на реализацию проекта от депутата Законодательного собрания Тверской области. Из бюджета сельского поселения было выделено более 850 тысяч рублей, а субсидия из бюджета Тверской области составила 581 тысячу рублей. Хочется отметить, что наибольшее количество проектов реализовано именно вот в Алферовском сельском поселении. Огромная работа они проделали, поскольку это огромный документооборот. Кажется, что там что дорога, там столько-то метров, а на самом деле это огромная работа. Конечно, спасибо жителям, потому что без вашей инициативы, ну, наверное, этого ничего не было. Убедиться в прочности нового дорожного покрытия можно было во время торжественного проезда автомашин после символичного открытия дороги. Причем право первого проезда было предоставлено раритетному автомобилю «Победа». Теперь жителям можно не волноваться за беспрепятственный проезд автотранспорта по деревне в осенне-весенний период. В Калязинском районе всего более 700 километров дорог. Многие из них нуждаются в ремонте. Но такой объем не под силу местному бюджету, поэтому вручают такие программы, как ППМИ. Отметим, что всего в Калязинском районе за 6 лет реализовали 24 проекта по программе ППМИ. А праздник в честь завершения проекта прошел в теплой, радостной обстановке. Украсили его концертные номера от артистов Алферовского сельского дома культуры.